водноспортивном комплексе 200-летия Севастополя в загородной Балке состоялся международный турнир по водному поло на призы председателя Севастопольской городской администрации Владимира Яцубы с участием трех команд мастеров и четырех юношеских сборных. Ватерполистов, тренеров, арбитров приветствовали почетный президент Федерации водного поло Севастополя Михаил Сальва и заместитель председателя городской государственной администрации, куратор спорта Дмитрий Билик. Мы видим, что сегодня команды из России, Белоруссии, даже со Словакии приехали на этот турнир. Это очень приятно. Это традиционный турнир, он проводится второй раз. Конечно, желаем успеха нашим севастопольцам, будем за них болеть. Но самое главное, чтобы турнир прошел в честной, равной борьбе. В группе мастеров севастопольцы победили гостей из словакского Хорнета, город Кошица, 7-6. А во втором матче наш соперник – Днепропетровский Днепр. Среди четырех юношеских сборных – две севастопольских. Наша команда со счетом 12-7 одержала верх над москвичами, затем победила белорусских сверстников из Гомеля 13-6. Тренеры мастера спорта Дмитрий Дядчик и Владимир Гиевский. Сборная из дюшор водных видов спорта, тренеры Олег и Валентина Харюшины, разгромили команду МГСО ФСО «Москва» 10-2, но затем уступили белорусам 6-8. Впереди последний тур соревнований на призы севастопольского градоначальника, которые будут вручены лучшим сборным. Владимир Милянский, Денис Корвель, программа «Наше время».